друзья, всем привет! Сегодня у нас обзор на вот эту вот крутую Toyota Camry. Так как в комментариях под видео Cadillac Escalade, когда я снимал обзор, я говорил, типа, какая вам тачка нравится, такую и пишите. Вот, и выиграл, и в голосовании выиграл эту Toyota. Такая крутая Toyota. Такая вот, вид из руля. Вид из руля, спидометр работает, это хорошо. Очень хорошо. Только вот тут не видно. Ну ладно. Не видно, это не самое главное. Такая крутая тачка. Вот это она вообще. Жесть, какая красивая. Такая большая баржа. Баржа. Огромная баржуха. Да, обгоняем баха. Так, ворот. Сейчас попробуем ее покрашить. Немножко так. Вообще жесть, как это лобанули. Бампер отлетел, все как надо. Все как надо. Немножко я здесь надо отпущение посмотреть. Теперь поедем опять вперед. Ну да, в Челиад будет. Гора Джейса. Все будет, короче, круто, чуваки. Опа, рот. Капиндосик. Вот это да, ее разрубает. Давай проезжай же, ну ладно. Автомобиль Toyota Camry, это кузов предпоследний. Получается, после него есть еще один и еще один. Это последний кузов вышел в 15-м году. В конце 15-го. А вот перед этой, а после этой вышло, знаете какой? Вышло вот это. В 13-12 году вышла, которая была после этой. Смотрите, как хорошенько вняли. О, блин, какая деформация кузова нахрен. Какая-то бананка. Что, зачем был Santa's Custom? Протянем нашу тачку. Давай, да вываливайся. Автомобиль зимит Карин Энтрауджер, седан. Эбранику ставим. Тормоза. Бампера сзади. Бампера неудачно поставлена. Тут можем сравнить сигнал. Двигатель. Глушитель. Нет. Клаксон без разницы. Фар ксенон. Номера. Синенькие. Окраска. Вот. Матовая. Матовая синенькая может быть. Матовая такая, да, синенькая. Нет, не светлая такая, полуночная синяя может. Вот, полуночный синенький цвет. Пороги. Пороги не идут. Спойлер. О, круто. Нет, не идут. Подвеска занизим. Смесь гоночная, турбонаддув. Колеса надо поставить. А тут на таких стоковых, блин, какая-то фигня получается. Колеса. Паспорт посмотрим. Не, лучше эксклюзивный. Эксклюзива. Тут уже лучше идут. Так. Может эти? Давайте эти поставим, крутые такие. Вот, цвет колес. Цвет давайте серебряный поставим, не черный. Вот, слиток серебра. Модификации. Пустойкие покрышки, синий дым. Стекла. Тонируем. Тачка сама по себе хорошая. Все у нее хорошо, кроме вот этого бамперов. Бампера не ставится. А так и все хорошо. Вот такая у нас баржа крутая. О, что, мерс что ли ставили? Дверь открытая. Мерс хочешь, забирай. Вот, сейчас выставим две крутых баржи. Для тех, кто не знает, что такое баржа, это два больших автомобиля. О, чувак, врезался что ли? Врезался. А вот теперь уезжаем отсюда. Так, покатнемся на этой тачке. Поднимемся, оп, приезжаем. Вообще, тачка крутая. В жизни она крутая, да-да.
А стоит она в районе от 500 тысяч до 800 тысяч. Ну, начали производиться они 2008 года. Автомобиль довольно-таки хороший. Хороший, такой крутой. Давай сейчас его сделаем красивую картинку какую-нибудь такую. А тачка крутая. Такая крутая тачка. Сейчас подшнякаемся. Ну что ж, друзья. Так, друзья, мы с вами еще не докатались. Я просто делал скрин тачки. Сейчас выйдем на шоссе. А, блин, куда я поехала? Вот туда же вниз. Газелька в полный. Сейчас нажмем по шоссе. Шоссе, шоссе. Эп, эп. Блин, какой-то ублюдина мне на двенашке мне вмял в бочину, блин. Смотрите, как колесо теперь выпирает. Даже так нормально, нормально. Еще бы с другого боку так было бы круто. Единственное, машина узкая. Узкая. Узкая машина. Ладно. Встретимся на горе Чилиад. Короче, ребят, пойти на Чилиад не получилось. Я тут встретил одного ушлебана на этой двенашке, который вмял нам бок. И сейчас ему нужно поделать кое-что. Сейчас мы ему покажем телфакер, чтобы он разозлился и нам тоже пока телфакер. А, хочет нас подрезать и обогнать, думает. Эти чуваки, да я на них плевал. Сейчас починим тачку. Сейчас втопим. Побегаем, побегаем, скажем ему. Так, тормозим, покажем фачину. На, получив фак-нига. Че, не видишь ремня? Такая судьба, чувак. Тебе руку попал? Что ты здесь сдох, а? А, сейчас сдохнешь у меня. Ты свин, свин вонючий. На, получи, получи. Ты че, на тебе ход. Че, колесо слетело? Не, ну я вам сейчас помогу колесо поставить. О, вертик, вертик. Давайте к нему постреляем. О, псина! На тебе! Опс, я не хотел этого сделать. Сейчас прокнемся с какой-нибудь тачкой. Вот, например, опять баржа. Опять это баржа. Опять две баржи. Вот видите, сравните Mercedes по ширине и Toyota Camry. Так-то она должна быть широкая, а она не широкая, она длинная. Эй, Пончик, ты что тут делаешь? Ты что тут делаешь, а? Стукнулись. Теперь вваливаем. Вваливаем. И вваливаем. Нам газ в пол, газ в пол, газ в пол. Еле. О, Lexus. Давай, число. Эти штуки мне угорают. Я угораю над ними. What the fuck? Альфа. Вот так. Так, подводим итоги тачки. Тачка крутая, неплохая. Переходим к краш-тестам, друзья. Короче, я тут забрался на гору и буду делать краш-тесты. Ваши любимые краш-тесты. Уже вон размяли всю тачку. Это норм. Только сейчас не взрывайся, хорошо? Хорошо? Молодец, молодец. Вот, молодец. Уже пора останавливаться. У нас уже мясо с тачкой. Мясо. Да, вот сейчас, пожалуйста, перелетай. Нет, тачка не отмывается. Тачка хорошо разбилась, раздолбилась. Прям вообще по-жесткому, по-жесткому. Да, блин, какая-то фигня. Это не тачка, это нет. Давайте для сравнения сейчас сделаем. Для сравнения, вот, видите? Типа... Блин, что за фигня? А, телефон. Вот, с фиксанем. Видите, какая фигня? Ладно, вроде. Встретимся на следующем ракурсе. Ребята, давайте продолжать. Уже спускаемся, так вот размяли. Оп. Давай, прям кутем. Ох, подвеска пострадала. И давай прям вот так вот. Сейчас должны врезаться об эту дорожку или перелететь ее. Да, круто, мы перелетели ее. Да, yes. И мы перелетели дорожку, раздолбили нашу Toyota Camry. Раздолбили ее в хлам. И ну, просто в хлам. Вот это я понимаю, краш-тест настоящий.
Вот это пони. О, у Франклина башка вышла, посмотрим, что в салоне. Что в салоне? Ну, это как бы нормально, да? Ну, ладно. Вот, ребят, вот, пожалуйста, не надо смеяться. Я вот ради вас даже сейчас цвет сменю. О, зеленый пойдет. Так, сейчас поедем. Вниз, вниз, вниз. I believe I can fly. О, тут просто гора. Оп, тут у нас меньше шансов взорваться. Тут просто раздробить тачку даже меньше шансов. Просто она тут подвески, тут даже переворотов нет. Нет, а вот сейчас будет. А вот сейчас уже много переворотов. Считайте, ребят, сколько переворотов было. Уже двух дверей нету. У нас нету двух дверей, но зато есть разбитая комарюха. Вот сейчас давайте это сделаем. О, блин, сзади какой-то маленький хэтчбэк. Вот это я понимаю, да, круто. Круто, примерно прям. Ладно, друзья, продолжим. Вот такой вот синенькой, такой крутой синенькой, темно-синяя от Toyota Camry. Последний краш-тест на сегодня. Расхреначили ее прям по жести. Расхреначили ее. Вот так фак. Единственный раз разбилась. Да. О, мотоциклист! Стоять, квадроциклисты! Квадроциклисты, пожалуйста! Вылази уже отсюда, блин, тупой нигер! Вылази, встает и Кэмли. Быстрее. Так, где эти дебилы? Я их ищу. О! Косуля, иди сюда, блин! О, пантера! Риб, два животных. О, самочку, погнали к самочку, что там посмотрим, блин. Когда я доберусь до самочка, я включусь. Короче, ребят, у нас тут парашютизм. На тебе, нигер, на тебе. Ах, ты что, ты улетаешь, да? Я тебе все равно рипну, ты, поймучка. Сейчас будет это последнее. Последний раз просто видео. На! Ладно. Так, ребята, продолжаем. Заканчиваем серию на тачке. Тачка крутая, блин. Вообще баржа. Баржа. Хочу попрятаться с этой тачкой. Блин, не получилось. Это скоповской. Скоповской. На, копы, блин, вырубили копы. Прям перепарковался. О, блин, жесть, у нас бампер шатает. Ап-ап-ап. Мусор поехали. Так, ребята, что? Всем пока. Всем удачи. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк за такую серию. Лайк, лайк, ребята. Я жду, вот, даю тебе время поставить лайк. Поставил? 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 А вот теперь смотри, как это поставил. На, тенигер. На, тенигер. Ладно. Всем удачи, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Закончу серию на такой ноте. Давай быстрее заводись. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока, ребята!